В Дербенте прошел очередной рейд «Безопасность на дорогах». Рейд провели работники ГИБДД Республики Дагестан совместно с отделом просвещения при муфтияте Дагестана по Дербенту. Не губите жизнь другому, берегите себя. С таким призывом к автолюбителям вышли на дороги сотрудники ГИБДД совместно с работниками отдела просвещения при муфтияте по городу Дербент в пятничный день. Во время совершения ДТП, то есть это является очень грубым нарушением правил дорожного движения, водитель не только подвергает себя к опасности, также находящихся в его салоне транспортного средства пассажиров, также проходящих пешеходов, которые являются тоже участниками. К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий остается неутешительной. В среднем Дагестан за год теряет на дорогах до 500 человек. Ленты новостей регулярно выдают тяжелые кадры с мест аварий. Основной причиной ДТП, по мнению большинства экспертов и сотрудников ГИБДД, остается нарушение правил дорожного движения, и в большинстве случаев это превышение скоростного режима. О чувстве ответственности как раз решили напомнить работники отдела просвещения. Акция называется «Не люби жизнь другому». Краткая информация, где говорится, как водитель должен себя вести, что не должен нарушать. Что он ответственный за свою жизнь, за своих родных, близких, детей, жену. Как мы знаем, каждый человек, который является водителем, он несет ответственность не только за свою жизнь, и также за жизнь всех окружающих людей, когда он выезжает на дорогу. Поэтому, чтобы он понимал ту ответственность, которая на него возлагается, была проведена эта акция. Сотни буклетов в этот день было роздано автолюбителям. Слова имамов слышны прихожанам в мечетях, но остается немало тех, кто еще не услышал этот призыв. Священные писания побуждают человека быть ответственным и бдительным, заботясь не только о себе, но и о обществе, в котором он находится. Каждый мусульманин, мы знаем, обязан проявлять благой нрав во всех своих аспектах. Также мусульманин должен быть учтивым и уважительно относиться ко всем другим водителям и также пешеходам. Эта акция была направлена именно на это, чтобы побудить наших водителей, чтобы они уважали друг друга. Практика совместной работы представителей духовенства с различными министерствами и ведомствами приносит хорошие плоды. Последние годы яркое тому подтверждение. Будем надеяться, что этот опыт сможет кардинально изменить ситуацию на дорогах республики, а водители и сотрудники ГИБДД станут друг другу помощниками. Уважаемые горожане, гости города, которые управляют транспортными средствами, убедительная просьба от имени ГИБДД города Дербента, также от имени отдела просвещения при муфтияте города Дербента, чтобы вы соблюдали как правило дорожного движения для того, чтобы не губить ни свою жизнь и не причинять вред здоровью другим людям.